главный тренер футбольного клуба Евпатория Алексей Викторович Грачев. Алексей Викторович, матч получился сложным. Ожидали такого поединка? Да, ожидали. Мы знали, что кубковые матчи будут намного серьезнее. Не намного серьезнее, они просто у них много курьезов. Но и я смотрел команду «Инкерспорт», и они достаточно очень квалифицированные игроки. Хорошо обороняются и создавали проблемы в наши ворота. Но, хотя и мы первый тайм очень здорово выглядели. Надо было забивать на своем поле больше. Молодцы, не пропустили. То есть задачу не выполнили, что не пропустили, но надо задачу выполнить, чтобы забить. Ну, а так. Все, остальные вопросы будем разбираться уже на теории. Все-таки вы на 30-й минуте во время водопоя немножко перестроили игру. С чем это было связано? Это было связано с тем, что игра давалась нам в первом тайме. Я хотел попробовать схему с тремя опорными. Сделать ромб, так называемый, в центре поля. Второй тайм насколько удался нашей команде? Ну как он, насколько удался? Он не пропустили хорошо, но и не забили. Все-таки у соперников было очень много. Много моментов, да, у меня, да, это я даже не считаю. То есть, если уже команда бьет по воротам, это момент. Поэтому мы будем обращать на это внимание. И от чего, из каких ситуаций складывается, что нам бьют по воротам. То есть, задержка атаки, неправильно... развитие атаки, так как Семенов сегодня, если простые передачи бы давали бы во фланг, я думаю, что мы бы так же самое атаковали бы весь второй тайм. Но так как у нас ребята подумали, что надо через середину фантазировать, то потом бежали до своих ворот. Но в общем-то, в принципе, молодцы те, кто вышли на замену, они функции показали, самоотдачу показали. Таких больших претензий нету.